Жюль Верн – знаменитый французский писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников научной фантастики. Его произведения были переведены на 148 языков и завоевали любовь миллионов читателей по всему миру. О романе Жюля Верна «Дети капитана Гранта» нам расскажет социальный педагог молодежного центра Юлия Гараева. С книгой Жюля Верна «Дети капитана Гранта» я познакомилась после просмотра фильма Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта». Посмотрев фильм, конечно же, захотелось перечитать книгу. И вообще мои ожидания оправдались. Хотя многим эта книга может показаться достаточно скучной, немножко даже нудной, потому что в ней идет очень много описания географических объектов, климата, материков, которые посещают герои этого произведения. Вообще жанр книги – это приключение, и он себя полностью оправдывает. История началась с увеселительной прогулки супружеской пары, которая отправилась в плавание на своем корабле «Дункан» и выловили акулу, в брюхе которой оказалась бутылка с несколькими записками. Достав эти записки, поняли, что пишет человек, который попал в беду, но жив. Записки оказались очень размытыми, и было понятно, что человека стоит искать на 37-й параллели 11 минут южной широты. Больше достоверных каких-то сведений не оказалось. Обратившись к государству и не получив от них поддержки, супружеская пара пишет в газете о том, что найдена такая-то записка, просим отозваться. И к ним приезжают дети того самого легендарного капитана Гранта. Они думали, что у них будет более подробная информация о том, где находится их папа. Поняв, что в принципе местонахождения, кроме каких-то координатов, у них нет, дети собрались уже уходить, но супружеская чета приняла решение, что они помогут Элен с ее братом найти их отца. И с этого момента начинается увлекательнейшее приключение, полное неожиданных вообще поворотов, когда героям книги приходится сталкиваться с такими ситуациями, где, наверное, у обычного человека просто бы опустились руки. Персонажи вообще этой книги очень необычные. И образы Жюль Верн прописывает настолько детально, что, в принципе, читая эту книгу, понимаешь, что ты практически лично знаком с каждым из этих персонажей. Очень необычный персонаж, который мне нравится больше всего в этом произведении, это, конечно, Жан Паганель. Потому что этот человек настоящий ходячая энциклопедия. Как раз мне так кажется, что он придает изюминку всему этому произведению, рассказывая своим друзьям о каких-то географических открытиях, о народах, которые проживают в той стране, которую они посещают. Я считаю, что «Дети капитана Гранта» – это то произведение, которое стоит читать, наверное, каждому, кто вообще любит какие-то путешествия, необычные повороты, закрученный сюжет. Как раз в этой книге любой может это все найти. «Эдуард», — сказала она твердым голосом. Капитан Грант, бросая в море это письмо, верял свою судьбу тому, кому она попадет в руки. Оно попало к нам. «Что вы хотите этим сказать, Эллен?» — спросил Гленнерван. Все вокруг молчали. «Я хочу сказать, — продолжила Эллен, — что начать супружескую жизнь добрым делом – это великое счастье. Вот вы, дорогой Эдуард, чтобы порадовать меня, задумали увеселительное путешествие. Но можно ли испытать большую радость, можно ли принести больше пользы, чем спасая несчастных, которые покидают их родину?» «Элен!» – воскликнул Гленнер. «Да, вы поняли меня, Эдуард. Дункан – это доброе, надежное судно. Оно смело может плыть в южные моря, может совершить кругосветное путешествие. И оно совершит это, если это понадобится». Жюль Верн, «Дети капитана Гранта». Рекомендуем.